7 октября 2018 года, Тверская область, Осташковский район, загородный отель «Светлица». Кафе отеля Светлица, деревня Светлица. Загородный отель Светлица. И отель Светлица. Вот на территории деревни находится. Вообще красивое название. Светлица. У нас, правда, вот произошло недоразумение, но мы не хотим портить себе ужин. А ужин, я вот еще скажу, буквально на двоих. Вот по, значит, совету, что ужин отдай врагу, так мы один ужин за 400 рублей, потому что два нам пришлось бы 800 платить. Я говорю, можно его поделить? И вот мы, так сказать, поделили. Ты подними тарелку, да. Покажешь мне, камера не болтать. Да, камера ближе. Не болтать. Это рис. Ближе. С мясом. Рис с мясом. И еще такая булочка. Ну, вот здесь какое-то печенье. Это ковришка какая-то запеченная. В общем, я не знаю. Мы решили таким образом поступить. Обед у нас был на двоих, и ужин на двоих. Делим. Ну, какая-то такая небольшая экономия своего рода. Ну, бог с ним. Ну, попробуй. И вот, да, мы тут поужинаем. И еще немножко погуляем. Места очень хорошие, красивые. Это озеро Селиги.